Мы помолимся сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Может быть, у кого-то есть в сердце побуждение помолиться? Пожалуйста, выходите. Помазанники Божии, драгоценность Божия, выходите. Аллилуйя. Слава Господу. Мальчики, я вас рад очень видеть. Аллилуйя. Мужья сильные. Слава Богу. Аллилуйя. Крепкие духом, мудрые в слове. Аллилуйя. Эксклюзивные от папы с дарами, талантами, способностями, с помазанием, которое от Бога. Это я про вас говорю. Слава Господу. Аллилуйя. Оставайтесь такими, какие вы есть. Позвольте Богу, чтобы Он формировал вас так, как Ему нравится. Знаете, и я передам вам слово от Него. Он говорит, что я ваш Бог, который веду вас по пути, которому вам надлежит идти. И все благословения, которые есть на этом пути для вас, они ваши. Что вам нужно делать? Быть внимательны к тому, что Он говорит. И самое большое качество – исполнять. Быть послушными и слушать. Да, можешь подставлять. Небесные окна открыты всегда. Всегда открыты. И обилие благословения, оно в избытке изливается в вашу жизнь. Аминь. Вы можете поставить. Назар как пророчески говорит. Подставляет. Вот. А Ромчик вообще так две ставь. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте прострем руки. Благословим наших деток. Кто здесь, кто дома, кто в дороге. Аллилуйя. Отец, мы благословляем наших детей. Мы провозглашаем Твое помазание на них, Твою силу, Твою мудрость, Твое водительство, видение, Господь, от Тебя, устройство от Тебя. Мы провозглашаем, Господь, что они являются наследием того, что Ты определил для каждого из них. Быть царями, священниками, быть принятыми Тобой детьми. И мы благодарим Тебя, что в их жизни Ты сверхъестественно будешь проявляться, Господь, в дарах исцеления, чудотворения. Аллилуйя. Даяние. Я благодарю Тебя, Господь, что их жизни, Господь, они под Твоей защитой. И мы говорим, что ни одно оружие, сделанное против них, не будет успешно. Мы провозглашаем Твое могущество и силу, что они смелы, как львы, Господь. Аллилуйя. И на их жизнях есть Твое предназначение. Спасибо, что Ты одарил их, Господь, способностью и дарами, чтобы преуспевать во всяких науках. Господь, спасибо Тебе. Во всех сферах, которые, Господь, есть в этом мире, Ты даешь им власть и господство. Господь, занимать те позиции, которые, Господь, Ты вкладываешь их в сердце, Господь. И мы провозглашаем, что наши дети, наши сыновья и дочеря, научены Господом, и великий мир на наших сыновьях и на наших дочерях, на наших внуках, правнуках. До тысячного рода Ты сказал, что Ты благословляешь во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что не будет ни одного дня, Господь, без Твоего чуда. Мы провозглашаем каждый день чудеса в их жизни во имя Иисуса Христа. И они всегда в правильном месте, всегда вовремя, всегда с правильными людьми, всегда в центре Твоей совершенной воли, а значит, в победе. Господи, мы провозглашаем Твою победу и господство в их жизни. Дух Святой, мы позволяем Тебе вести их и направлять. И даже когда они спят, учи их, направляй, вкладывай, Господь, это желание, Господь,
которые тебя. Я в первую очередь молю о том, чтобы ты вкладывал в них свою любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляем вас. Слава Богу. Вам понравилось? Аминь. Слава Иисусу. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, Писание говорит, что нам важно научить и наставить детей в начале, для того, чтобы когда они подрастут или даже состарятся, чтобы они не ушли с этого пути. И давайте согласимся за Украину. Отец, спасибо. Спасибо, Отец, спасибо. Я провозглашаю Твое господство на этом месте. Я провозглашаю Твое господство на Украине. Я провозглашаю Твою славу. Аллилуйя. И Твой дух премудрости и откровения для каждого человека, живущего в нашей стране. Мы благословляем начальство и власть на то, чтобы они исполнили то, к чему Ты призвал их. Мы благословляем всех областей начальников, Господь, чтобы на них был Твой дух премудрости и откровения. И чтобы они, Господь, те законы, те проекты принимали для блага нашей страны. Во благо нашей страны и для славы Твоей. Мы благословляем все сферы нашей страны, Господь, что они развиваются, что они процветают. Аллилуйя. И мы говорим то, что говорит Твое Слово. Украина для Иисуса. Каждая семья для Иисуса. Молодежь Украины для Иисуса. Семьи Украины для Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. Спасибо Тебе. Мы также благословляем наших братьев с севера, со всех сторон. Аминь. Аллилуйя. Мы также благословляем Израиль. Аминь. 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 Да. Спасибо Тебе, Господь, за Твое устройство и Твой мир. Аминь, аминь. Во имя Иисуса. За Твою сохранность. Мы провозглашаем, что аминь. Приходит Твой свет. Аминь. И тьма просто бежит. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Да. Мы благословляем всех братьев во Христе Иисусе и сестер, аминь. Которые сейчас, возможно, переживают гонения, аминь. Притеснения. Да. Да. Мы молимся о том, чтобы Дух Божий, Он наполнил их, чтобы, как Павел и Сила, когда они были в сложных обстоятельствах, они воспевали Тебе, Господь, и Ты явился сверхъестественно, и все узы просто разрушились. Во имя Иисуса мы провозглашаем прямо сейчас Твою помощь, которая приходит своевременно, Господь, для каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Слава.